тебе со мной стало тесно. Ой, сложно быть одному, вроде и место себе не нахожу. Да-да-да, хватит мне брать, я много гадника, тебе не посредняться. Все, поехали. Подачи все пошло, пару. Хорош, здесь один. Катерина Миклашевич, номер 12, Ольга Несветаева, номер 21, Наталья... Yeah.
Протесты! 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 Бьете первый или второй? Вы бьете первый. Давайте удачи. Слезы счастья. Ты рада? Очень-очень-очень. Рада, что забила победу. Ну, самое важное. Бегите, самое важное. Он на рождевке говорит. А это что снимает? Снимать тогда? Это онлайн пресс дать. Мамулечка, привет! А? Честно, сил вообще нет. Но кубок наш. Сердечко, ну, честно, это неприятное чувство, когда ты не забиваешь. Очень неприятное, тем более пенальти. Да, вообще молодцы. Я им очень благодарна, они у меня самые лучшие. Ну здорово! Такая важная победа, очень много шума было вокруг игры, поэтому тяжело далась, тем более учитывая, что 0-0 было по ходу встречи. Очень хотелось выиграть, и мы решили все в финальной, финальная, да, часть такая, скажем, заключение пенальти. То есть и зрители, и болельщики получили максимальное удовольствие, что мы дотянули до пенальти, и счет в игре не решился, да, в нашу пользу, и нам не забили. Поэтому здесь, ну, наверное, такая, скажем, честная борьба. Честная борьба, которая в нашу пользу. Я хочу поздравить всех с кубком и двигаемся дальше. Вот. Сколько кубок? Кубков у тебя в коллекции? Не будем о грустном. Да много-много. Только в других видах спорта. Волейбол. Бальные танцы. Хочу привет передать маме Дани, он правда на трибуне, но ему передаю привет. Главная, главная победа на сегодня? Да. Очень главная победа и очень важная. Все мы так ждали этого момента, когда мы просто...
Вот так вот. Эмоции просто зашкаливают. Вообще, у меня горло уже болит. Я вообще, что у кого интервью не беру, все время прибегает Яна. Она потому, что у нас высокая Ай. Ей нужно давать интервью, да? Нет, я просто, типа, у меня прилив эмоций, я хочу везде и со всеми. И всех обнять и вызывать. И давать интервью всегда. Потому что когда еще такое будет? Ну, серьезно, да, Лиша? Давай, подожди. Ну, ой! И я просто! И у меня такие слюни вылетели. Ну ладно, ладно, я так не сижу. А вообще, кто плейлист включает? Да, надо что-нибудь нормально. Нашли кого снимать. 3605. Они кроме улыбки вам ничего не скажут. Правильно, правильно, Ленок, давай. Тиктокеры.